Переговоры о дальнейшей судьбе Кунтора в самом разгаре. Канадская делегация, прибывшая в Бишкек для консультации с нашим правительством, уже встретилась с премьер-министром и членами Кабмина. Сейчас проводятся встречи с экспертами ведомств. Однако уже можно сказать, что инвесторы признали необходимость реструктуризации, говорят в правительстве. Самое главное – перейти от политической плоскости переговоров к экономической плоскости переговоров. Поэтому были обсуждены в основном экономические вопросы. Каждая из сторон выразила свою позицию. И в итоге, как бы, можно с уверенностью констатировать, что эти вопросы будут решаться в экономической плоскости, предприятие будет работать в плановом режиме в 2016 году и выйдет на те заявленные показатели добычи золота, которые были ими изначально запланированы. Однако в социальных сетях муссируются слухи, что канадская сторона выставляет гораздо более жесткие требования, вплоть до угроз остановки рудника. В правительстве эту информацию, естественно, опровергают. Однако эксперты уверены, что такой поворот событий вполне возможен. У Кыргызстана сейчас нет юридических рычагов, с помощью которых можно хоть как-то надавить на Центеру. Вина в этом лежит на бакиевском режиме, но и нынешнее правительство и парламент ничего сделать уже не в силах. Мы отказались от всех наших претензий. И прямо в соглашении написано, что любое государственное решение не должно противоречить и ухудшать положение канадцев. И вот это все ратифицировали депутаты, подписали члены правительства, это все утвердил президент тогдашний. А нынешние с этим ничего не могут сделать. И даже кровавая революция, оказывается, не может это все отменить. И тогда получается тот же самый замкнутый круг. Новые переговоры, говорят эксперты, обречены на провал. По мнению аналитиков, запасы золота на руднике стремительно сокращаются. А значит, сокращается и доля Кыргызстана в этих запасах. К тому моменту, когда сторонам удастся выработать вариант, устраивающий обе стороны, делить, может быть, уже будет и нечего. Но хуже всего другое, говорят экологи. Заинтересованные лица всеми силами стараются снять ответственность с канадцев за нарушения, которые допускались на руднике все эти годы. Эти переговоры не имеют никакой перспективы. Идет просто имитация. А на самом деле параллельно подчищается законодательство для того, чтобы вывести Центеру из-под удара. Через какие-то, может быть, этот год или следующий год, все законодательство будет подчищено, и, по сути, Центеру будет не за что привлекать. Она будет чистая со всех сторон. Смогут ли чиновники добиться от переговорного процесса хоть какого-то результата, сейчас не берутся прогнозировать даже сами участники переговоров. Канадская сторона еще до начала консультации заявляла, что намерена стоять на своей позиции и, если потребуется, готова оспорить решение правительства Кыргызстана в международных арбитражах. Игорь Потанин, Манас Бакешев, НТС.